Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Root Breaker. Мы с вами остановились на том, что нам удалось связаться с ИИ, который, собственно, находился в этом ядре. Мы его запитали, немножечко с ним полялякали. Он нам, в принципе, никакой инфы не дал, кроме о том, что у них произошла ошибка с репликацией, судя по всему, их существ, и они уничтожают, как я понял, сами себя. Но теперь нам сказали, что у нас есть сигнал извне, который мы должны, собственно, заюзать и направиться обратно в зону, в которой мы были ранее. Так, у нас боеголовка второго типа есть. Давайте глянем. Ладно, круто. Да, у нас есть ресурс, и он мощнее предыдущий, прям внушительно мощнее. Урон у него не меняется, радиус у него в принципе около такой же. Скорострельность такая же, к сожалению. Но в него уже можно модуль пихнуть. А это уже поинтереснее. Так, нам надо немножечко рассредоточить, как мне кажется, наше вооружение. Так, это ближняя мелочь уничтожает. Этот уничтожает и поплотнее, и физурон, и мелочь. Этот взрывной, взрывной 2 на выбор. Мобильный, немобильный. Я думаю, ладно, хер с ним, пока оставим так. Еще мучать жопу. Так, модули, что у нас есть? Шанс крита. Постепенный урон, урон кислотой. Самонаводящийся снаряд. А вот это было бы интересно. Так, радиус можно увеличить на 0,8. Что в целом, кстати, было бы неплохо. Скорострельность на 18%, это будет вообще неощутимо на самом деле, будем честны. Автоприц, что это? Дает автоприцел. А в чем разница между самонаводящимся? Делая снаряды этого орудия самонаводящим. Ну давайте вообще проверим, чисто интересно. Давайте я даже выйду здесь на улицу, проверю. Здравствуйте. Есть кто-то, кто хочет самонаводочку испытать? Ну вот, стреляем в бок. Там был враг? Я не заметил. Сейчас, хорошо, вот сюда стреляем. О, да, детка! Теперь вопрос с тем, что перезарядка долгая, и ты промахнешься, и жопа уходит на второй план. Но кабинюки от этого похер. Хорошо, я думаю, что можем двигаться. Здесь у нас защита есть, все есть. Так, возвращаемся в зону... Железная долина, правильно я понял? Вроде бы да. Так, временный дом, милый дом. Да, с обороной у нас здесь беда, у нас основная оборона возле этого пункта, что в принципе такое. Так, мы уже на подпост железной долины должны взять постановку, что это была за тревога? База под ударом? Что? Неожиданное повышение активности враждебных существ. Вокруг анпоста их все больше. Также сканеры зарегистрировали несколько источников излучения темной энергии, которые не были активны в прошлый раз. ЕПРСТ. Так, это определенная причина для беспокойства. Думаю, это всплеск активности. Так, я пока буду оборону наращивать, потому что это явно плохо закончится. Так, очередное гибридных существ. Это похоже на организованную деятельность разума, который не хочет нас здесь видеть. Нужно изучить окрестности и посмотреть, что еще изменилось. Обязательно. Здесь беда, правда, есть у нас очень большая. Так, я зафиксировал огромный рой вражеских существ, собираюсь недалеко от нашей базы. Крупномасштабная атака неминуема. Нам нужно значительно усилить оборону. Я думаю, что мы ее сейчас сузим в несколько раз, честно говоря. Вот ту всю блочную систему, которая у нас осталась. А, она снизу атаковать будет. Окей. Так, с энергией у нас уже есть вопросики. Сейчас атакуют нас снизу. Бляха, меня бесит, что у нас здесь этот ров, который нам всю малину портит. Но в целом пока что, мы можем вот здесь зафиксироваться и попытаться отбиться в этой стороне. Но в будущем желательно вообще сузить зону влияния на самом деле. Так, тут все добыли, забираем. Желательно было бы сузить. Так, арта здесь немножко есть, этого немножко есть. Энергопушечки есть, давайте я вам сюда еще ремонтные блоки поставлю. Будете защищаться. Так, вот это говно можно убрать отсюда, пожалуйста. Спасибо большое. Так, если мы здесь сужаем, то мы можем вот здесь еще урезать. Тем более, что ресурс здесь почти весь добыт уже. У нас почему-то остается вопрос по энергии, но эту энергию я уже перетащу к нам сюда вглубь. Немножечко поглубже. Потому что мы будем сужать, скорее всего. Да, я думаю, что мы сузим в конце концов в ноль.
Так, исследование. Погодите. Так, что у нас? Обработка опять газ, генератор щита пока мимо. Атомная электростанция 3 уровня. Насколько она выгодна теперь? 3000 энергии за 50 воды и 4 урана в секунду. Ёпперес это. Но это звучит как полноценная грязь. Серьезно, в плане энергии, я бы даже сказал грязище. Единственная проблема в том, что это 4 в секунду. То есть мы должны 4 в секунду на 3000 вырабатывать, чтобы его загонять в атомную электростанцию. Не, ну исследовать обязательно надо, да. Тут вопросов нет. Так, прыжок силы, волна огня, экстренный взрыв. Гранаты нового типа. Давайте мины и гранаты возьмем. Пора их уже начинать юзать, в конце концов. Они все-таки как-никак полезные. Так, испепеляшка меня не интересует. Тяжелая плазменная пушка, мы ее тоже вроде бы не смотрели. Но это все возьмем. Тут у нас основная прокачка сейчас стопорится, но мы ее потом выровняем. Потом, когда-то. Когда-то мы ее точно выровняем. Так, снизу по диагонали 3 точки выхода. Есть шанс, что к нам еще и вот сюда придут. Есть небольшой шанс. Тут у нас что? Все в принципе то же самое. Добавим сюда этих ребяток. Я бы здесь еще уплотнил стеночку, на самом деле. Потому что есть предчувствие люля. Все, вы там, по идее, с горем пополам точно справились. А что у меня здесь добычи нет? Профилонил. Не дела. Давай сюда, сюда, сюда. Коннект в сеть. Так, добавляем еще сюда. По энергии пока что в плюсе, так что вопросов быть не должен. Замечательно. В принципе, я вроде бы как готов встречать. Единственное, что можем там еще радар впилячить. Так, радар 150. Но с барону запас пока гигантский. Там вопросов. Вопросов пока нет. Так, радарчик, что ты мне покажешь? У нас еще гнездо какое-то всратое сверху есть. Ну иди, твою мать. Так, все, радары нам подсвечивают абсолютно все, что нам надо. 2 минуты есть, давайте я, может, быстренько попытаюсь бегать гнездо развалить. Чтоб у нас не оказались неожиданности какие-то неприятные на полпути. Да, бляха, муха. Здесь пройду? Отлично. Найдите источник частых атак. Да я бы с удовольствием, но нас тут сейчас щемить будут. Где моя энергопушечка? Да-да-да, они вот с этого гнезда начинают нас атаковать. Надо бы им навалить по Сурику. Да, свидулькин. А, так, добрый день. Желаете немножечко веселья? Отлично, задача выполнена. Это что за покемоны еще? Помимо невадимок появились еще какие-то гигантские пацаны. Которые разбрасываются гранатами, кстати, как я. У нас много общего, но мы разные. Все, лаборатория уничтожена, этот уничтожен. Замечательно. Вот это, конечно, двухэтапная защита наша упоротая. Это что-то с чем-то. Окей, пока оставляем как есть. Снизу нас сейчас в основном будут давить. Я, в принципе, готов. В принципе, готов. Хотя для разнообразия можно еще всякой шляпы наставить. Точно, у нас же минеры есть теперь. Совсем про них забыл. Лазерная появилась, а должна уже была появиться. Вот, лазерная башня у нее... Электроурон. Для электро у нас Теслы пока подходит идеально. Там вопросов нет. Давайте я еще за мини-ганюсь немножко. Так, товарищи, есть мини-ганы, интересуют. Штука крутая, все рекомендуют, берите. Все. Так, здесь добыча завершена. По кобальду мы скоро просремся, я так понимаю, да? Потому что мы все добыли, почти все, что у нас было рядом. Придется добывать из новых мест. Блях, к нам еще и сверху идут. Вот это неожиданно и очень неприятно. Сразу скажу. Это очень неприятно. Здесь попробуем чисто физухой выжить. Base is under attack. Так, он там попытается пройти, здесь проход есть. Серьезно?
твою мать, здесь открытый проход. Пацаны, давайте решим вопрос. Давайте решим его иначе. Все, ядра закончились. Так, вон топает основная толпа. И топает она на вот этот микроуголочек. С этим нам и жить. Так, там и суицидалы, я слышу, и все на свете. Снизу тоже идут, но не так плотно. Сверху была маленькая волна. А, я здесь ремонтник не поставил. Понял. Так, они пытаются, но у них не выходит. Там они прям в упор под стенкой. Шохерово, естественно. Ставим сюда ремонтничек втихаря. Вон, выпиливают, видите? Мрази, что делают. Арта куда-то не туда лупит. А, все, лупит куда надо. Так, скоростной ремонт. Не, ну плотность тут зашкаливает, конечно. Вон стоят, видите, мрази, что делают, а? Лезет? Лезет. Держите прикол. Да в смысле, я же на ступенечке стою, алло. Полетело. Полетело. Перенаправляйся к врагу, пожалуйста. Отлично. Так, атака была мощнее, чем когда-либо до этого момента. Черноногие гибриды просто жуть бронепластины и плазменные пушки. Должно быть, они специально сконструированы как биооружие, однако выглядят они как-то незаконченно. Скорее всего, эти существа не могли бы долго выжить сами по себе. Исследуйте один из излучателей. Сколько их вокруг? 4-5 излучателей? Окей. Так, возможно, это всего лишь гипотеза. Погнали. Сейчас будем нюхать параллельно. Сейчас обстановка поспокойнее, мистер Рис, когда мы завершили прыжок назад к аванпосту, ты упомянул новые источники излучения энергии. Уничтожить все биолаборатории в регионе. Вы все серьезно? Я не хочу страдать. Избавьте меня от страха. Что здесь? Подождите. Так, пацаны, нахер. Здесь пилон просто какой-то стоит. Мне его вручную, походу, уничтожить, да? Сейчас, погодите. Зачистим, проверим, чтобы потом не допускать ошибок в случае чего. Так, суицидалы. Суицидалы. Еще одно. Так, проверяем. Да, мне его вручную надо уничтожать. Окей. Взаимодействуем с пилоном, получаем карбоний и железий. И, в принципе, все. И зона начинает опять превращаться в обычную. Окей. Так, уничтожьте все биолаборатории. Интересно, похоже, из артефакта Иксморфа он покрыл всю землю такими же металлическими структурами, как и остальные постройки Иксморфа. Другие его назначения выявить не удалось. Окей. Так, товарищи, кыш. Тут охрана есть? Охраны нет, это хорошо. Давай. Сейф не вовремя. Вовремя вылета боеголовки сейф, это очень плохо. Так, если что-то выпало. Модификации с них, кстати, падают. Кыш. Так, может это какие-то устройства биомы или биофабрики из ранней стадии. Лучше уничтожить эти объекты, даже если они не представляют непосредственной опасности. Полностью согласен. Так, мы можем извлечь из них дополнительные ресурсы. Давай попробуем найти как можно больше этих пилонов. Я бы с удовольствием, мадам, но я хочу избавиться от угрозы сначала. А потом уже будем баловаться, развлекаться, договорились? В смысле? А, там начали грызть этот водопровод. Хабыдыщ. Заряжай, Бибу. Отлично. Кыш. А, модификация оглушая. Ух ты ж, ёпарис, это... Держи прикол. Так, мы уничтожили все биофабрики. Иксморф, это значительно снизит нагрузку на нашу оборону. Очень надеюсь. Мы защитили этот аванпост от всех угроз, но это не гарантирует нам безопасной долгосрочной перспективе. Нам нужно разобраться с тем, что происходит здесь, в Железной долине. По моей теории, Иксморфы когда-то давно
Потерпели здесь крушение, они были почти полностью уничтожены, но им как-то удалось остаться здесь в состоянии гибернации. Наше прибытие на Галатею 37 должно быть спровоцировало их активацию. Мы имеем дело либо с автоматическим защитным механизмом, либо с центральным интеллектом, который управляет всеми происходящими вокруг нас событиями. Звучит логично. А в этих сценариях оба сценария вероятны. Если централизировать вражеский интеллект, мы можем попробовать найти его и уничтожить. Есть также третий возможный сценарий. Похоже, все связанные с эксморфами строения существа могут действовать полностью автономно. Возможно, у них распределенный разум без какого-либо конкретного центра. Но это вы уже фантазируете. Центр точно должен быть. В любом случае, мы должны стремиться снизить их способность к атаке и укреплять нашу позицию. Нужно обнаружить их биофабрики и уничтожить их. Можно также попробовать лишить их источника энергии морфиума. Звучит хорошо. Тут нет модификации. Какой смысл эти пилоны собирать, я не понял. Так, нападение, которое привело на Сино, началось с плато неподалеку. Высокая вероятность, что в этой точке они что-то там. Так, биопроизводственное плато. Открыта новая миссия. Супер, сейчас туда и двинемся туда. Сейчас туда и двинемся. Здесь у нас по обороне сносно все. Я бы не сказал, что мы там сильно прям сможем затащить потенциальные атаки. Но пока этого вроде бы хватает, и слава богу. Собираем монетки. Биопроизводственное плато, погнали. Добрый день, плато. О, родонит еще есть. Дайте сюда. Отдайте. Так, мы уже на месте. Прыжок портал успешен, я пока не могу засесть в биофабрике. Нужно побродить по округе в поисках их самим. Место здесь в основном открытое, проблем с ориентированием не возникнет. Возьмите образцы флуоресцента с помощью биосканера. Это ты? Или это ты? Это ты. Нет, это не ты. Что вы называете, собственно, флуорианс? А, флуорианс это ж типы. Это ж не эти. Не растительность и не кристаллы. Так, вы, может, флуорианс? Нет, вы не флуорианс. Вы очень злые дядьки, но вы не флуорианцы. Так, окей, двигаем. Наша цель ясна. Запускаем радар. Невидимки, идите в жопу. Тык-дык-тык-дык. Здесь что-то все плотнее и плотнее эти кристаллы железные. Так, радар, родись. Ты, может. А тебя не могу исследовать. Сейчас проверим. Еп, это они. Цель найдена, цель надо уничтожить. Среди них есть мелкие, а есть большие, кстати. Что забавно. Так, уже три штуки, супер. Исследуем область. Вы флорианцы? Нет. Вы шокерные пацаны, вы лазерные пацаны. Так, это флорианцы, но их не исследовать, поэтому мы их что, правильно, уничтожаем нахер. Еще один есть. Запускаем скунер. Так, вот здесь что-то есть. Бляха. Вы не те, кого я ищу. Уйдите. Так, это суицидники тоже не интересуют. Уничтожьте все биолаборатории. Ой, я нарвался на них, да? Я таки нарвался на лаборатории. Ну, давайте. Так, это уничтожить. Сейчас проверим. Заряжаем. Твою мать. Там три турели, лол. Holy shit, это прям... прям восхитительно. Все три уничтожил, лол. Да, видите, их теперь три вылазят. Заряжаем бибу. Моб, уйди! Моб, уйди! Уйди, моб! Нет! Сволочь тупая. А, у них появились теперь еще башни артиллерийские, я понял. Пошли-ка вы нахер тогда. Да, он пытается по мне лупить. Но у него, естественно, не выходит. Лови прикол! Гэпнуло? Да ну быть не может. В смысле, он про... там не мог промазать. Это чушь собачья. Ладно, придется их минами уничтожать. Так, держите еще гранату, прикол. Гранаты вам в удовольствие. Так, Артур, нахер этот, нахер. Держу еще гранату. О, бляха там навылазил. Надо Арту позабирать, тогда мы сможем быстрее с ними справиться. Нахер. Все, отлично.
Хотите прикол, Дес? Нью. Держите прикол, Дес. Херабах. Вот это я понимаю. Заряжаем. Хераба. Вот это хорошо. Так, давай еще одну. Красиво. Так, мы уничтожили первую лабораторию. Похоже, их обороняют защитные башни иксоморфов. Думаю, нас здесь ждали. Естественно, женщина. Естественно, нас здесь ждали. Мы тут шумиху уже на весь регион навели. Ты думаешь, они что там? Лицом хлопают просто. Так, дружочек, отдай. Спасибо. Держи прикол. Целая толпа, но у них некого изучать. Держи еще. Сколько уже 7 собрали? Нормально. Это что это куб? Не, куб, иди в зубу. Мы можем здесь грязь сейчас устроить. Are you ready for the fight, мать его? Ставим кучу наших турелей. И запускаем. И еще и кричерсы с Nearby Nest. Вообще сейчас будет в говнину нас растеребут. Так, боеголовочка, на, вошла. Боеголовочка, на, вошла. Боеголовочка, но, вылетай, сволочь. Да не в кубы. Так, пацаны, у вас есть кого исследовать? Так, одного исследовал, второго исследовал, третьего исследовал. Все, супер. Группируемся, товарищи. Ох ты ж, как плотно, не надо так. Держите. Еще хотите бонусы? Держите еще. Кубы мешают. Кубы множатся собакой, они выступают живым щитом. Что очень херово на самом деле. Куда я пусть? Ладно. Самонаводка. Самонаводка нас спасет. Так, мужики. Я вообще-то бегаю и разбрасываю мины, а не вы. Так что успокоились. Так, все, этих уже можно подчистить. Красота. Так, это все собрали, теперь мы можем собрать приз. Но это не самый топовый, я понял, что все-таки красные топовые. Надо топить за красные. С них вкусняшек можно куда больше поднять. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. И... Нихера, 3 модификации с одного... 4 модификации с одного места. Здрасте. Это прям интересно. Так, ну давайте следующее ваше гнездище. А, фу, электрические пацы. Так, быстро арту надо. Арта раз, арта два, арта три, арта четыре. Арта раз, арта два, арта три. Арта четыре. Фух. Раз, два, три. ХП, 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 вернись. Я все прощу. Ставим им отвлекающие турели. Я не могу здесь турели ставить. Поймать. Ох, во все щели меня прям попытались. Это вот... Я за стеночкой. Заряжаем. Нет, уйди, 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 электрическое говно. Да твоим... Дебилоид. Так, придется с ними разобраться, иначе нам жизни дадут. Бляха, это еще укрепленные какие-то, да? Или я в кристалл попадал в вкус? Оу, щит, 6 хп. 6 хп. 6 хп. Еще и не Вадимки. Нет, 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 не Вадимка меня сейчас ваншотит. Тихо, тихо, тихо. Уходим, уходим, уходим. Хил. О. Давайте общаться. Не Вадимка, не в упор общаться. Не хочу я с тобой так близко тереться. Уйди. Так, все зачистили. Понял. Намек понял. Ба-ба-ба. В смысле они выжили? Они что, с каждой позиции все плотнее и плотнее? А можно не надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ню. Хорошо вошло. Ну, кстати, пулемет с ними тоже нормально работает. Если так прикинуть. При том, что с пулеметом мы двигаемся быстрее, чем с заряженной боеголовкой, поэтому... Creatures is coming. Пусть камингует, мне им нечем помочь. Бляха, болотные хрычи пришли. Нормально? Ты как, нормально пулемет переживаешь? Ну, сносно. Честно, сносно. У нас нет опции там случаем заградить пулемет до следующего уровня.
Чтобы два модификатора впихнуть. У нас есть, по сути, альтернатива, но у нас на нее нет хазенита. А другая альтернатива у нас какая? Плазменная пушка, на нее нет радонита. А сюда нужен и кобальт, и хазенит. Короче, я понял. Вопрос закрыт. Так, кыш-кыш-кыш-кыш. Бляха, здесь эти гигантские кристаллы есть. Их бы поизучать, на самом деле, да поплотнее. По факту мы сможем... Ой-ой-ой-ой-ой! Почему их рычание слышно только, когда они уже в лицо тебе суют свои эти ножи? Тогда слышно, что они уже подошли. Ненавижу их, просто ненавижу. Один раз подходят, как вставят, то все, срака. Так, у нас еще две позиции есть, да? Погнали, с кристаллами-то потом разберусь. Нам в любом случае придется ставить эти гигантские базы по добыче, поэтому этого не избежать. Этого никак не избежать. Так, добрый день, есть кто? Так, сразу же арту под снос. Бежим, 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 убиваем. Под снос. Бежим, 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 бежим. Под снос. Отлично. Оббегаем под снос. Все, арты нет. Ай-яй-яй-яй, прям в харю прилетело, неприятно очень. Так, толпанем. Хрычи еще пришли в спину. Ожидаемо. Так, все, можем долбить центр. Раз. И давай-давай, дос. Отлично, забираем все вкусняшки. С этих все равно нихера не падает, кроме исследовательских материалов. Я думаю, что мы их оставим в покое. Пацаны, всех благ вам. Нет, сейв, нет, пожалуйста. Так, моль забираем. Я запутался. Ага, понял. Кыш. Слышу еще, моль с кем-то дерется? Чего, они с невидимками дерутся? Вы в своем уме? Это же ваши условные союзнички. Так, хп надо просто по КД поднимать, пуша. Вот что называется без защиты бегать. Очень неприятно. Очень. Так, кыш. Ну, так, пацаны, ну давайте вылазьте. Раз прикол. Два прикол. Тут почему-то не вылезли обычные турели. Так и должно быть. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Какой консоль? Иди нахер, нет! Надо хил переместить на другую точку. Ну и слава богу, что кулаки выпали, они что-то ценные. О, лол, я прям под ними появился. Нормально. Жить будем. Побыстрее можно, пожалуйста? Спасибо. Так, товарищ, ты мне мешаешь? Ничего личного. Где ты там, скотина такая? На тебя. Уходим, уходим, уходим. Хорошо вошло. Так, этим пацанам тоже приветик. В смысле они выжили? Чего? Вы из чего сделаны, киборги? Все. Замечательно, этого нужно током побить. Запускаем в центральную. Раз. Перестань это делать. Бляха, боеголовка в него пыталась попасть. Так, сейчас мы его быстренько уберем. Ой, все развалено, забираем. Забираем обвесы, тикаем нахер. Я не все уничтожил? Так не говорите, что мне надо под ноль зачищать, пожалуйста. А, все, фух, слава богу, все, идите нахер. Так, я больше не могу обнаружить биофабрику в этом районе. Mission complete. Это должно их серьезно замедлить и дать нам время. Время на шо? Боюсь, они не дадут нам отдохнуться. Он просто в железной долине поступает тревожный сигнал. Нужно отправиться только как можно скорее. Шо опять? Сейчас обновление задания произойдет, а то может быть проблемка. Скучать мне приходится, давай быстрее совершим прыжок. А давай. Так, железная долина, верните меня назад. Господи, как она уже далеко укатилась. А, эту зону нет, не сохраняем. Так, долина еще жива, это уже слава богу. Ой-ой-ой, что за прогруз? Как будто что-то очень страшное сгенерировалось, ну ладно. Так, дай угадаю, к нам уже направляется полчища тварей, нужно готовить оборону. Я прям дочувствую.
Нет, по крайней мере, я не могу обнаружить никаких непосредственных угроз. Неожиданно. Даже как-то досадно. Зачем тогда нам понадобилось возвращаться сюда в такой спешке? Мы обнаружили множество пилонов воздействия X-морфа вокруг аванпоста. Они покрыли значительную площадь металлической поверхностью. Активируйте больше пилонов. Не нравится мне это. Мы все еще не знаем, какую функцию они выполняют. Давай изучим их получше. Может, в этот раз найдем больше зацепок по поводу того, откуда они взялись. Давай, только я не вижу на карте ни одного пилона. Найти эти пилоны будет несложно, они должны частью встречаться за пределами нашей базы. Мы также могли бы построить новые радиолокационные башни. Не вижу никаких башен, ну ладно. Окей, давайте нюхать. У нас есть знаки вопросов. И основным способом их нахождения является нахождение на полу отметок. А, так вон они, фиолетовые, по-моему, нет? По-моему, да. Бляха, ну их охраняет вот это чмо, бляха, ненавижу их. Умри нахер, где второй? Где ты делся, трусишка? Ай, хер бы с тобой. Они быстро уничтожаются отчасти, да? Первый исчез точно так же, как и те, что мы сканировали до этого. Удалось получить какие-нибудь новые данные? Скорее всего, ни хера мы не получили с этого. Нет, только короткий всплеск темной энергии, понимаем. Та же история, я так предполагаю. До свидания. Не грози мою жопу, не надо. Так, мы активировали уже несколько. Есть какие-то изменения? Да, есть незначительное различие в выбросах темной энергии. Направление их слегка сфокусировано. Может, так они связываются со своим центром? У нас недостаточно данных, чтобы делать такие выводы. Поддерживаю. Так, это все нахер. Нет, 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 пацаны, пацаны, не надо меня выпиливать такой толпой, пожалуйста. Что это за живучее говно? А ну-ка, ишь. Ишь, ты разбегались. Где еще один чуть глубже. Стоп, там что-то, ага. Последний пилончик где-то тут запылесосим. Держите прикол. Я быстренько, я быстренько, я быстренько. Не бейте меня, пожалуйста, только. Не бейте, говорю. Так, Эшли, вот оно. Все эти пилоны в момент активации излучают темную энергию. У них общий широкий спектр излучения, но вектор направленности. Нам нужно чуть больше времени на анализ данных. А пока нас будут месить, я правильно понял? До свидания. До свидания. Наконец-то, если сможем вычислить, куда они отправляют сигналы, тогда, возможно, найдем их вычислительный центр. Ох, у меня мурашки. Слава богу, нас щемят опять снизу. Снизу у нас все готово на оборону. Подготовьтесь к входящей атаке. Но мы можем еще улучшиться. Мы еще можем улучшиться, но я не уверен, что это нам прям так надо, честно говоря. Я вынужден признаться, что я не уверен. Но проверим сейчас. Сейчас я по карте еще перепроверю точность их движения. Так, да, они идут с самого низа и будут топать в эту зону. Давайте щемить их, что получается. Ой, стоп, исследование, исследование, исследование. Опять, опять провтык. Давай, и газификацию, и генератор. Вот это все запускай, чтобы мы закрыли всю ветку. О, у нас мины уже появились. Можно, кстати, поменять вкладыши. Так, тяжелое плазменное мы потом потрогаем. Суперохладили, все понятно. Залповая установка. Блях, она тоже взрывная. Три снаряда за выстрел, радиус урона... Что-то такое пока не очень. Сфера антиматерии. Запускает сферу антиматерии, которая наносит урон противникам на пути следования. Сфера взрывается по истечении некоторого времени или при столкновении с прочным стационарным объектом, например, камнем. Это звучит прикольно. Это звучит прикольно, это точно надо потестировать. Башню с ударной волной мы уже видели, по-моему, да? Так, это все убираем. Кислотный пульверизатор мне не нужен. Морфиная башня 3 уровня. Заготовительная пусть будет. Энергетические стены. У них проблема в том, что... контакт с этой постройкой может нанести урон. У нее урон комический просто. 30 единиц. Ну хотя, с другой стороны, они стационарные. А сколько они стоят в стройке? Они еще и 35 железят. Хотя, что нам терять в целом, да? Можем заменить в конечном итоге. Хорошо. Так, лазер 3 уровня. Мы поняли, что лазер сам развивать нет смысла. А вот лазерные башни есть смысл развивать.
Так, мы не знаем, насколько масштабной была бы атака, если бы мы ее не уничтожили. Так, действительно, у нас еще есть немного времени. Начнем подготовку, давайте. Так, у нас 47 ядер, энергии у нас завались. Что мы можем здесь накидать? Мы можем завязать наконец-то минные поля. Чаще всего они не доходят, конечно, до наших стен. Но когда доходят, немножечко, не при... А стоп, нахера я их вообще ставлю внутри? Давайте их снаружи ставить. Поставим их снаружи, пусть здесь все закидывают минами. Но самое дебильное, что мне приходится кругами бегать из-за вот этого обрыва. Так, где у нас еще минные? Давай сюда, сюда и вот сюда даже две. Хотя они, по идее, перекрывают друг другу зоны. Там нет смысла ставить две. Так, турели боевые здесь есть, плазмы у нас нет для щитов. Большая арта, ну блюха, она дорогая, сволочь, конечно. Но прикола ради, можем лупануть. У нее зона действия гигантская, ее надо вообще внутрь. Что? Ее нужно запитывать сверхзаряженной плазмой. Понял, идем нахер. Так, портальная пушечка, если хочешь, становись сюда. Все, здесь я не переживаю, единственное, что надо энергию протянуть. Так, запитываем. Минеры. Там минеры уже приступили к работе. А, здесь тоже он выпустил. Полетел куда-то, минку положил. И с довольной рожей кайфует. Молодец. Ты ж мой молодец. Так, и здесь еще надо тоже ступеньку поставить. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Давайте где-то вот сюда впилю. Чтобы я мог метаться в них своими любимыми ракетками. Так, это забираем. Почему здесь не соединяется сеть? Одному, бляха-муха, богу известно. Ну ладно, я на всяк пожарный перекину. Да, на карте видны желтые точечки. Это и есть, собственно, мины. Причем они минируют даже нашу территорию, понимаю. На случай глубокого прорыва, по всей видимости. Пусть будет. Так, миниганы я здесь поставил, эти поставил. Турельные эти есть, этот есть. Ракеты это у нас тот же взрывной урон. Хотя и очень дешевый, кстати. Потому что ракеты не требуют никаких дополнительных ресурсов. В отличие от арты и всего остального. Ну да и хрен бы с ним. Так, лазерные требуют палади. Палади у нас до хера. Урон электрический. Ну давайте, развлечения ради. Парочку стучек сюда лупанем. Так, и уже давно пора было бы убрать эту всю траву всратую. Чтобы она не мусолила глаза. В принципе, я готов. Единственное, что это изменить еще нашу экипировочку. Ща-ща-ща-ща-ща. Так, радар мы из-за хазенита не можем заградить. Экстренный взрыв это по сути тот же самый взрыв, что у нас есть, только он другой немножко. Балишка у нас есть молот, но спасибо не надо. Тут мы все, что хотели, вроде бы как сделали, на что хватало ресурса. По обвесам мы пока бибу, как говорится, принимаем. Но у нас есть куча заменимых уже объектов здесь. Так, башня, биосканер, малые мины, атомная мина. Атомная мина наносит 3000, мать ему, урона. И у нас 5 штук в заряде. Этих 10 штук. Это прям очень серьезный заявочек. Вот, например, добытчик может пойти нахер. Добытчик идет нахер, и сюда мы вставляем мину. Было бы страшно, если бы у них еще слоты модификации были, честно говоря. Так, этот оставляем. И граната обычная вместо этого... Сюда я... Нет, где у нас? Сюда я перетащу... Давайте криогенную турель. А сюда я перетащу наши кислотные гранаты. Все, гранаты у нас 2, 3, 4, 5 турели, 6, 7 мины, 8 радар, единичка отхил. Выглядит сказочно. Так, а выйти я здесь могу? Могу. Так, еще раз проверяем, где точно удар будет. Но с большой долей вероятности вот здесь будет вся толпа, на самом деле. У меня здесь радар не разведан. Хотя не факт, кстати. Еще раз. Не, все сюда пойдут, большая часть. Давайте минировать здесь. Так, у нас отмечены. Они будут точно доходить до вот этой зоны. Поэтому... Блях. Косорылый. Так, ставим сюда парочку. Сюда чуть-чуть.
сюда, и мы их будем, естественно, встречать, чтобы они прям сюда и зашли. Как нам надо, как говорится. Пошли нахер. Мне интересно, атомная мина сейчас откатилась. Если я ее поставлю, предыдущая мина пропадет. Вот в чем загадочка. Так, куча мин есть еще раз. Раз, два, три, четыре, пять у нас мин стоит. Я поставлю, допустим, здесь. Там ты иди в жопу. Они не пропадают. У меня еще одна теперь есть. Так, реагирую на вибрации поверхности, бла-бла-бла. По моим расчетам, у нас несется несколько сотен тварей. Они очень близко, соберитесь, Эшли. Окей, окей, я вас жду. Метеор, добрый день. Так, проходите сначала по мелким минам, пожалуйста, потом по большим, ну вы сами все знаете. Радар. Бегут, бегут, ты гля, гля, мрази какие. Э-э-э, не надо разминировать, давай, шуруй, шуруй сюда, давай. Там мины зря ставил. И до сих пор ни на одну мину не наступили. Во, пошло. Первая куча взорвана. Так, всю вот эту летучую мразоту надо на подходе убивать. Мины отрабатывают шикарно вообще. Хорошечно. Держите тогда еще мин. Ну, наступи! Ты же наступил! О, да! О, да! Это прям восхитительно. Заходите в гости. Вас тут уже ждут. Нихера там мина просто... Просто красное облако в ноль снесло. Так, обходим. Заходите сюда. О, ой, ой, какие взрывы. Господи. Ёпарес это, а там что-то страшное очень стало. Ядерка, работай, 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 давай, давай, хорош. Но плотность волн действительно зашкаливает. Давайте уже раскутёж пошел, я еще эту штуку запущу. Чем бы нет, чем бы нет. Держите еще пару минок. Так, там плотность страшная. Тавр дестроит, нихера себе. Так, сейчас я здесь быстренько ремонт запущу. Что вы тут творите, демоны? Они-то тут умирают, очевидно. Но они тут и натворили дел. А, они мину уничтожили. Я подумал, что они уже стены пробили, прошли вглубь. Они мины поцарапали. Мощная атака, нейтрализирована, отличная работа. Хера себе, световой шот в кусок был. Если курсор ставить прямо на Рикса и бежать, то он начинает. Немножечко эпилепсии. Так, забираем все, что они нам здесь накидали. Так, в этих существах нет ничего прекрасного. Безвольная масса плоти, слитая воедино с металлом. Нужно уничтожить источник этой чумы, иначе они заполнят всю планету. Мистер Рикс, есть подвижки под данным, которые мы собрали с пилоном. Я пока соберу. Так, да, параллельно всей остальной активности у меня постоянно запущен анализ этих данных. Я получил координаты очень странного места. Все пилоны воздействия посылали энергетический сигнал в одну точку. Думаю, резонно предположить, что это была передача данных. Так это было бы все логично. Все объекты и существа X-морфов как-то связаны с явлением темной энергии, которую мы до конца не понимаем. Потому и мы не смогли сообразить, что здесь происходит. Можешь рассказать больше об этом месте. Какие затянутые диалоги, господи. Так, мы не можем совершить, по-моему, прыжок в портал к этому месту. Оно окружено очень плотным скальным образованием, содержащим большой процент минералов с тяжелыми элементами, создающие помехи для... Много у нашего оборудования, нам придется добираться туда по узкому проходу в скалах. Шо? А можно не надо? Как подобающий единственный путь, а в логово зла. Уверенно, так и не было изначально задумано. Ты иронизируешь над ситуацией?
Нет, вовсе нет. Кроме шуток, нам нужно подготовить оборудование перед прыжком. Давай улучшим все, что можно. Это звучит как очень толстый намек, что нам дадут люлей. Если нам говорят, нам нужно изучить все, что мы можем изучить. Соответственно, нам пора сбегать что? Правильно, до боя запустить мегаволну по уничтожению врагов из-за апгрейда нашего штаба. Как мне лично кажется. Потому что грейдить нам точно есть что. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.